пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, 5 намазов предписал Субхану ва Та'аля рабам Аллаха Субхану ва Та'аля. То есть Аллах приказал 5 раздельных молиться рабам. Если кто будет прекрасным будет в этих молитвах, в лбу, омовение, то есть тщательно, если он возьмет омовение, и будет читать своевременно, свое время, и он будет делать та'дилю аркан, то есть он не будет спешить, как гураб, да, как вот это, Амина будет резко не будет спешить, а будет та'дилю аркан, Аллаху бар, сами Аллаху нам, четко будет вот это фиксировать вот эти вот руку'а, сюджуд, и также будет присутствовать в этом намазе аль-хушу'а, набожность, богобоязненность, тогда Аллах Субхану ва Тааля обещает, Аллах Субхану, смотрите, Аллаху ля йухлифу аль-миъад, Аллах никогда не нарушает свои обещания. Аллах Субхану ва Тааля обещает этому рабу, ан йаghfir Аллаху лях, то, что Аллах его простит. ومن لا يفعل, а тот, у кого не будет богобоязненность в намазе, кто не вовремя будет читать намаз, кто не будет именно спокойно читать этот намаз и не будет с трепетом молиться, فليسَ له واحد, тогда Аллах ему не обещает. Иншаа гафара ля, ва иншаа аддаба. Если захочет, Аллах Субхану простит, если захочет, Аллах Субхану его накажет.